Хочешь ли ты остаться такой же молодой и красивой? Я не девочка, блядь. А, ты мальчик? Я мальчик вообще-то. Ну да хочешь ты остаться молодой и красивой? Хочу. Ой, блядь! Так, алло, блядь! Алло, привет! Алло, привет, блядь! Шлюха ебаная. Алло, привет! Алло, блядь, что ты задал, блядь? Мы хотим у вас, что ли... Вы продукты продаете, чё да? Чё ты, блядь, хочешь? Продукты вы продаете? Продаем, блядь. Продукты, да. Мы хотим у вас что-то купить из продуктов. У вас же там магазин есть какой-то. Да, блядь, есть магазин, жопа, блядь, быстрый, без нервов, нахуй. ТП ко мне, блядь. Так, а напишите ваш чё, ник. Чё, блядь, сколько, блядь, иди сюда, блядь. ТП хотите, блядь. Напишите ваш ник. ГГ, видишь, в чате, блядь, Блуди, маньяк, нахуй. Зарежу тебя, блядь, нахуй. Все, я вам прям телепортацию. Да, он ну, блядь, ну, окей, блядь, я еще что записка строена, похуй, блядь, ты похуй. Ну вот, короче, блядь, нахуй, мой магазинчик, короче, такой крутой. Да, у тебя такой... Блядь, нахуй, блядь, понял? Смотри, блядь, что ты хочешь купить у меня, сука? У меня здесь башка ловушки. Где у тебя башка ловушки? Ой, сейчас я ее принесу. А ты почему такой неадекватный? Я неадекватный, ты еще неадекватный. Вот, блядь, это голова ловушки, нахуй. Ладно, а что вы можете посоветовать купить? У вас как бы продуктов-то вообще как бы я не вижу. Ну, бля, почему продуктов не вижу? Вот это вот салатик, это вот одуванчик, из него, блядь, нахуй можно делать эти всякие вкусности. Тоже салатики можно делать. Во, бля. Потом здесь у меня как бы, блядь, продуктов мало, но, блядь, у меня больше вот таких охуенных вещей, блядь, которые, блядь, вот так вот можно вот так вот. Почему люк стоит 4500? Да, и потому дверь железная. Блядь, потому что это итальянские вещи, блядь, они, короче, железная дверь сделана из настоящей, обработанной в песке стали, блядь, нахуй. Понимаешь, они там так вот её, а, бля, всё, втёрли её. Может, вот ты мне будешь меня бить? Иди нахуй. Мы так вот её тёрли, и там вот, блядь, такая вот хуйня. Погоди, Саша, а как деньги передавать? Я не умею. Скр-скр, блядь, люк купил, пидорас, скр-скр. Что с ним вообще происходит? Деньги, блядь, давай скр-скр, блядь. Хватит его убивать. Да. Слушай, пошел нахуй, блядь. Сейчас деньги ему скажу, давай как... за люк. Подожди. Деньги за люк, напиши, да, Саш? Пай, пей. Но. Пей, вот я тебе скинул. Пей и дал, его блядь, ник. Деньги и... давай. Да чё, сейчас стал, подожди. Блядь, да подожди, я не умею передавать деньги. Деньги, стой, блядь, отдавай. Да зайди из своей двери, уйди. Блядь, видео, он сейчас это, сейчас бомбанет. Да подожди, да подожди ты, я ж... Да перед... быстрее, блядь, у меня покупатели дохуя. Всё, 4500. Подожди, стой, а тут касса же есть, тут же по кассе, да, надо? Я дал вам. Да, блядь, мне давайте деньги, я в кассу. Я тебе дал деньги. Где ты, блядь, да? А, во, молодец. Ну все, ваша покупка, сейчас я оформлю, блядь, нахуй. Давай, я оформляй нас. Все, я оформил, короче, блядь, ваша штучка, короче, люк, оно придет в течение недели вам. Чего? В течение недели придет вам ваша покупка, дебил. Давай, бля, быстрее. Ладно, я хочу туда дверь купить. А нет, давай, Кирилл, ты купишь, у меня это, денег-то мало там уже. Откуда давай. У вас, блядь, денег столько, придурки? Вы сейчас просто тупо, блядь, на меня все деньги потратили. Ну, похуй, мне лучше там. Так, ну что, будете дверь покупать, пидоры? Ну, Кирилл, наверное, сейчас будет, да, покупать. Все, я уже купил. Так, блядь, 80 тысяч, все, а эту покупку придет вам в течение месяца, давайте, все, блядь. В смысле? В смысле? Я же говорю, да мне, блядь, ты даун, я тебе объясняю уже, я тебе говорю, что вот сюда, вот я, это товар. Пацан, это пацан, как пацан, бы... пацан. Пока, что тебе надо, блядь? Скыр, скыр. В мертвых найках, скыр, 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 скыр. Ты че, блядь, ты че пошел нахуй? Ты че сюда пошел? Я у тебя горшок украл. Че ты украл? А какой горшок ты украл? Элитный. Ты чего, блядь? Сюда иди. Сюда. Сюда подошел. Ну еще он мальчик, блядь. Я у тебя дверь честно купил, а ты меня убиваешь. Вот. Все, вот, пошел нахуй. Вот ты меня убил. Долбоеб, блядь, ебаный. Ты что делаешь, блядь, ты пидор? Ты долбоеб, а? Пошел нахуй. Я отдам тебе вещь твоего друга, если ты мне горшок вернешь. Горшок? Ладно, я тебе верну горшок, а ты за это. А я тебе вещи отдам, друга, блядь. Сюда зашли быстро оба. Два уёбка, блядь. Пришёл быстро.
Стой, я тебе горшок-то не отдам. Ну, горшок отдавай, блин. Так, сейчас, подожди, куда тебе его засунуть? Ты дебил, блядь, засунь! Кидай его сюда мне! Кидил, о, лови. Давай, лови, давай сюда, 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 подача, подача. Ты дебил, я его поймал, пидорас. Я тебе серьезно говорю. Пошел нахуй. Что делаешь, блядь, охуел, а? Сейчас убью, блядь. Может, ну, ты нам эту дверь куда-то отдашь, которую мы покупали? Нет, пошел нахуй, я тебе сказал, она блядь, придет в течение недели, нахуй, пидор. Что такое, блядь? У тебя прыщ дома. Где? Прыщ у тебя. Нет у меня прыща никакого. У тебя прыщ дома, на крыше. Ой, бля, чё это за хуйня? Вы чё, пидоры, чё это такое? Это чё такое? Вы чё, вы долбоёбы или как вообще, блядь? Вы чё, охуели нахуй? А мы тут быстро прыщи. Убрали это всё. У тебя прыщи дома, я чё, виноват, что ли? Да я вижу, блядь, прыщи какие-то нахуй, чё за хуйня? Это нормальный симптом, прыщи. У тебя тоже прыщи же есть, Кирилл? Да, вот, конечно. Ну вот, у меня тоже, все нормально. Да где, блядь, прыщи, нахуй? Вот это, что ли, блядь? У меня тоже дома прыщи есть. У тебя же дома нету, блядь. Прыщи, я же тебе говорю, прыщи. Блядь, уберите эти прыщи. Да вы долбоёб, уберите, блядь. А как ее ломать, она не ломается? А. О, блядь, вы чё? Вы долбоёбы! Во, блядь, вы долбоёбы, блядь, вы суки, ебланище, влагалище, скыр-скыр, блядь. Сюда, блядь, скыр-скыр, отдай мне сюда. Блядь, восстановил всё, быстро. Карапузик, да? Ну. Скыр-скыр, восстанови, блядь, пидор. Пидор, восстанови. Скыр-скыр, бабки в найках. Скыр-скыр, сидят на лавке. Скыр-скыр, мать твоя ебётся. Скыр-скыр, пискострой говнётся. Блядь, верни мне обратно всё. Бля, чё нахуй чёрная на хуйня? Это уже другая, да? Вы чё, блядь? Ты хуешь, сука? Пистополы, нахуй, вы чё сделали? Вообще, блядь! Блядь, даже сложить некуда! Пидорасы, нахуй, блядь! Ты знал то, что их ударить, то ничего не будет? Да? Да. А вы сделаете так, что я их ударю, ничего не будет? Ну да, уже сделали. Ну давай мы затронем. Вы чё? Ну да, что ли? Вы чё делали? Блядь, это хуищи! Ну пидора, блядь! Винзи, отдайте мне вай! Пацан. Что, блядь, Винзи, отдай, пидор! Ты не плачь. Ты не плачь. Да все хорошо, это же как бы игра, пацан. И че, блядь? Сейчас я дебил. Итак, с вами контрольная закупочка. И мы проверяли магазин. Так, че, вот блядь, его, какой нахуй, вот его главный генеральный директор. Подойдите ко мне, пожалуйста. Вы охуели, блядь? Стой, подойди ко мне, пожалуйста. Вы охуели, блядь? Чё за гандон тут, блядь? Как ты реагируешь на то, что у тебя пропал дом? Охуенно, блядь! Заебись мне, блядь! У меня всё заебись теперь! А как вы относитесь к тому, что вы обманываете своих клиентов? Да нахуя ли ты меня, блядь? Понимаешь, я их не обманываю! А что ты с ними делаешь? Да, блядь, их просто ебу в жопу! В микрофон говорите, пожалуйста. Ты, пидорас, блядь, со своей контрольной закупкой, вы, блядь, я вот буду, я себе куплю админку, блядь, и буду вам тогда марушить, блядь, понятно? Я куплю этот сервер, нахуй, буду всем давай рушить, как вы мне, блядь, поняли, пидорас? Тебя в скором времени забанят за такое. Конечно, конечно. Ну, мы так-то честно тебе сделали то, что ты обманул людей, и на тебя были жалобы определенные. Какие жалобы? Вы у меня первые покупатели. Ты дурак, что ли? Мне человек, не знаю, ну, трое как бы написало то, что ты обманываешь потому людей. Ну, что пидорасы, блядь, хейтеры ебаные. Ну, давайте продолжим за контрольную закупку. Ну, так что? Как ты смотришь на то, что у тебя пропал дом? Да охуенно, блядь! Да куда вы бегаете? Говорите в микрофон, пожалуйста. Да заебал ты меня, блядь, пидор! Выйди из своей ГМ-ки, пидор! Кто в ГМ-ке? На, я бутылкой поебалу, блядь, чекушка в твоей пизде будет сейчас. Вот что вам от меня нужно было? Вот за хуя вы вот это все натворить? Вы посмотрите!
ребят, вот дожили, нонсенс какой-то, блядь. Вы меня заебали, нате ваш люк. Ёбаный. Опаньки, опаньки, опаньки. Вот это поворот. Просто вы пидорасы, блядь, заебали, вы ваш люк возьми, заберите, блядь. Блядь. Пацан, ты красавчик. Ты идешь на хорошую сторону. Вот ваши люки, блядь, вам. Вот, два люка, блядь. Сейчас пойду дверь сделаю, блядь. Заебали. Ебанько, блядь, просто. Ну, Кирилл, ну давайте дальше продолжать. Это просто нонсенс. Ебанько, блядь. Давай, расскажи, почему ты решил отдать нам? Потому что вы меня заебали. Я думал, что вы мне на этом дом вернете. Мы уже не вернем, потому что тут все сломано. Ну вот на заберешь две двери идти, да, вот на эти две двери, блядь. И я пошел отсюда нахуй. А куда ты пошел? Пошли нахуй. Ну что ж, дорогие друзья, это вопросы вот, и ответы. Что ж, Кирилл, продолжайте. Так, занимаешься ли ты спортом каким и как ты часто им занимаешься? Че, блядь, ну я, блядь, нахуй. Ну я занимаюсь спортом, я трачу все время и в шахматы играю. Может, в Майнкрафт играете? Это тоже как бы спорт. Играю. Да, блядь. Гиперспорт. Так. Хочешь ли ты остаться такой же молодой и красивой? Я не девочка, блядь. А, ты мальчик? Я мальчик вообще-то. Ну да хочешь ты остаться молодой и красивой? Хочу. Ой, блядь, я хочу. Так, какие звуки тебе нравятся? Звуки, когда мама твоя стонет, так, вот так вот, когда твоя мамка, блядь, стонет, когда ее ебешь, ты, вот такие мне звуки нравятся. Так, часто ли ты врешь? Блядь, вам вот всегда, блядь, вру, а так не вру, блядь. Вот вы что до меня доебались вообще, заебали меня уже. Уже от вас заикаться. Ты интересный персонаж, как бы, до нас. Что, блядь? Интересный персонаж. Заебали. Ну-ка, стой. В студию, в студию. Как ты называешь свои интимные места? Чё, блядь? Ну, как? Я называю этого членик дружком Антошкой, а сиськи называю жердяйками. А, ты же мальчик. Ну, а у меня одно интимное место, это пися. И попа. Ну, попу я называю... А сколько у тебя см? Чего, блядь? Сколько у тебя сантиметров? Что? Колбоёб? Сколько у тебя сантиметров? 15, а что? Как у тебя может быть 15? Обычно. Ты же мальчик. И что? У тебя не должно быть 15. Ну, а если у меня так... Вы засмущали уже. Как часто ты занимаешься сексом? Ну что ж, Кирилл, продолжайте. Давай. Дальше. Так, во время секса о чем ты думаешь? Чё, блядь, вы меня заебали уже с этим тупым вопросом, придурки, блядь. В смысле, нормальный вопрос. О, вышел даже. Ладно, вот такая серия у нас получилась. А можете не материться, пожалуйста? Не могу, блядь, меня бомбит. Мне хату сейчас разъебали, ты понимаешь? Как я могу не бомбить? Мне разъебали хату, ты дебил? Ну, как бы знаешь, сейчас как бы мне похуй, что тебе разъебали. Поэтому как бы поменьше там пизди и иди нахуй, хорошо? Да? Ты как со мной общаешься, пидорас, да, блядь? Это мне сказал, блядь. Это ты, сука, мне... О, блядь, вот это ты, сучка, реально наеб... Блядь, сука, я тебя найду, нахуй, я, блядь... Я дам тебе вещь твоего друга, если ты мне горшок вернешь.